Нажимаем на ручку. Пошел? 9 секунд, 10 секунд, 16. Так, это мы приехали в наш номер. Нам очень он понравился. Делюкс нам Лена забронировала. Вот так он у нас выглядит. Большой шкаф. Даже сейф. Паша уставший. Сейф бесплатный. Сейф бесплатный. Смотрите, это хоп, хоп, хоп. Хопа. Чайник Паша хотел. Чайник, блин, с чаем. Я свой чай взял специально. Такая у нас кроватка красивая. Что, ты хочешь меня заснять в зимней одежде? Да. Ну, ванная такая вот обычная, такая большая, просторная. Ванна такая обычная. Это я. Все так цивильненько, чистенько. Цивильненько, чистенько. И самое главное, так как у нас делюкс номер. У нас вот что есть. Собственный выход. Паш, там, наверное, где-то свет можно включить. Собственный выход к бассейну. Знаете, со своими шезлонгами. Я остановила, Паш, пока, да? Нет, не остановила. Вот я свет включу. А, ну вот у нас такой вот вид. Паш, как здесь включить, может, вспышку? Как остановить? Да снимает. Подожди. Я остановила, да? Нет? Это мы наконец-то добрались а до блин? Водопада Байта, Байпай. Сейчас пойдем дальше. Он вообще 15 метров должен быть. У нас прокололо... Что у нас там прокололо, Паш? У нас целовой ниппель. Вот, да, и мы сейчас его чинили. Потому что посуду купил в Дубай. Отделяли 25 минут. И 150 бат. 140. 140. Здесь можно отдохнуть. Ты еще скажи, сюда мы заехали за 300 бат. И сюда мы заехали тоже со скидкой, потому что у нас были непомененные деньги. Это мы идем наверх на банк Pay. Маме тормози, блин. Это мы приехали на Семиланы, сбылась моя мечта. Азурное море. Белый песок, как мука. Вот парусник у них здесь, такой символ Семилан с камнем. Вода чистенькая.
Вода теплая, теплая. Как молочко. Я очень рада. Восьмая мечта. Там может дешевые съемки здесь? Все фильмы с Ван Даммом здесь снимали. То есть там универсальные солдаты, все тоже здесь снимали. Можно, кстати, если у вас особо европейская внешность, крупное телосложение, можно поучаствовать в фильмах. В Бангкоке набирают актеров. Можно отправить свои фотографии, посниматься в кино. Некоторые ребята у нас снимаются в кино в Бангкоке. Ой. Платят не очень много, 2-3 тысячи в день в качестве массовки или прокатывается. Вот, а, видите, скотчами осталось. Почему? Пошли купаться, я на камеру пошла нас снимать, как мы купаемся. Ты видео шиль поставил? Да. А? Можете помахать рукой нас, видеокамера снимает. Я потом фильм. Пойдемте купаться. Идем, идем. Наш последний день. Я снимаю, как она здесь маленькая территория, но милая. Здесь эти вот номера Deluxe. Там в шезлонге можно полежать. Тенечки. Наш отель такой небольшой. Тут у нас выход из нашего номера. Прям сразу к бассейну. Территория у нас небольшая.
здесь мы обычно поднимаемся и заходим в номер с той стороны. Там наш номер А1. Здесь можно посидеть. А вот сюда прямо пойдешь, там будет море. Только мы когда в первый раз вышли, мы пошли в ту сторону и обошли вот так все и вышли снова в море. Но увидели, что здесь всего лишь вот здесь 700 метров. Но там мы обычно покупаем фруктики. В ту сторону у нас карта на мопеде туда ездить. В ту сторону у нас Камала Бич. Ну все, мы пошли на пляж, последний денечек. Вот мы сейчас. Ну просто к морю подойти. Сейчас мы уже уходим. Поедем. Пойдет, что мы наверх заедем. Паша! Тебе понравилось в Таиланде? Тебе понравилось в Таиланде? А отдых наш понравился? Ну это уже только слово. Нет, ну правда, тебе понравилось? Ты рад нашему отдыху? Знаешь, хорошо. Хочешь возвращаться в зиму? Охота увидеть зиму, соскучился по матушке в зиме. И по своим овощам, да? Да, тут у них еда надоедает быстро. А засними меня. Хочу мяса. Нормального мяса. А тебе тоже ненормальное, что мясо было? А ну какое-то тут это, не такое. Не мясное. Че, зарядку делаешь? Да, сейчас уже уедем. Уедем? Теперь уже может быть. Улетим, наверное. Не, ну сначала мы уедем, а потом мы улетим. Не знаю, все что-то жалуются на этот потонг. Мне, честно говоря, понравилось. Все зависит от солнечных. Потому что если солнечные лучи будут красиво на море падать, тогда будет море лазурное. Да привыкли в болоте, в своих лужах купаться, а потом что-то здесь вякают. Но. Вон, нормальный такой пляж, пляжистый. Естественно, все пляжи начинают мутнеть, вода начинает уже после обеда. Это уже, помню, всем ясно. Не важно, какая чистая вода будет. Тебе понравилось, Зайц? Я очень рада. Ну-ка, подпрыгни от радости. Сейчас, с больной ногой подпрыгну. Давай. Подпрыгну. Ну все, подпрыгну. Мы пошли за фруктами. За фруктами. Пошли поцелуйчик. Последний денечек. Вот мы сейчас. Ну просто к морю подойди. Сейчас мы уже уходим. Поедем. Пойдет, что мы на это заедем. Паша! Тебе понравилось в Таиланде? Тебе понравилось в Таиланде? А отдых наш понравился? Ну это уже только слово. Нет, ну правда, тебе понравилось? А ты рад нашему отдыху? Так, это наш отель. Левади Бутик. Это его такая маленькая. Такая территория, там Паша. Мы уже позавтракали, и сейчас пойдем в поиски. В поиски моря. Вот, Левади Бутик. Это вот дорога. Это улочки такие. И походу вот в сторону туда нам сказали, нужно идти на море. Паш, как нажать, чтобы дальше у меня потом было такое же? На красную кнопку нажимаем. Ну, а дальше как? Зажми. Чтобы я захотела через 2 часа продолжить вот эту съемку. Зажми кнопку. Зажал, иди дальше. И что дальше пошло вообще-то? Съемка. Ну вот, мы наконец-то добрались до нашего пляжа Патонг. Мы здесь уже были утром. Сейчас вот пришли днем. Пока разбирались с симкой. Чтобы не потеряться. Такой у нас Патонг Бич. Погода сегодня немножко пасмурная, немножко это огорчает. Но ничего страшного, это всего лишь первый день наш. Поэтому у нас все еще впереди. Так как это все-таки тропики,
У нас погода переменчивая. Это Паша загорает. Мы уже пообедали фруктами. Купили себе манго, который нам очень понравился. Купили себе... А что мы там еще купили? Манго. Потом какая-то, как на клубничку похожа, какая-то безвкусная оказалась. Мандарины очень сладкие, вкусные. И... Паш, что мы еще купили? Это морковное, которое... Морковку похоже. Да, мы не помним. Мы потом, чуть попозже вспомним. Давай. Подожди, наверное, оленёнок. Давай, давай, Вика. Смотрите, как осталось. И чинюшку дай ей. А вот чинюшку не есть, там надо веточку. Давай травку дадим. Осталось. Сай аккуратненько. Нет, у нас рыженький. Траву он любит. Ну-ка, иди покорми его, скорее. Только чупа-чуп. Чупа-чуп с ней давай. Дай ей моя травка. Вот, я срывал тебе. Давай травку. Вот это да. Пои. Чупа-чуп только не давай. Оленёнок. Оленёнок. Он меня любит, смотри. Оп-оп-оп-оп-оп. Да ладно тебе. А потом живот у него раскроется. Ты страшненький, а? Иди. Страшненький. Тут ему сыро, понял? Ему тут вообще плохо. Ой. Так, это парк. У нас тут. Черепаша. Там живет олененок. Белая черепаха. Это национальная поддержка животным. Здесь выращивают, помогают выращивать животных. В особенности черепашек и рыбок. Вон, сейчас смотри, я что-то поглажу. Белая черепаха. Он целый, у него плавник, он, видишь, отхаван. Где? Вон, видишь, по плавника нет. Бедняжечка, вот таких вот они здесь вынашивают. Телепаски. Он сказал, что нет. Плавают в бассейне, тренируются. Сочинская олимпиада. А он еще меньше. Поменьше. Это их обед, ужин, завтрак, не знаю. Нифига себе, черепахи. Вынашивают еще одну черепашку без лапки, без ножки. Я как будто поняла, что вынашивают. Я говорю, их здесь вынашивают. Я думала, она вынашивает. Чтобы они жили. Это мы приехали на экскурсию в Холак. Вот такая вот бамбуковая лодочка нас везет. По небольшим джунглям. Это наш водитель. Тайская собачка. Тайская собачка. Она мне улыбнулась. Да.
Такие вот деревья. Звук какой-то. Вот какие-то насекомые там. Топические. Дно здесь буквально неглубокое. Вода чистенькая, приятная. Такая освежающая. Это Паша. Тебе нравится экскурсия? Yes. Ну что-то вырезалось в что-то. Не наклоняйся слишком это. Сиди посередине. Ну я снимаю тебя. Что скажешь? Мне нравится экскурсия. Очень приятная такая. Что еще скажешь? Смотри, какие бамбуковые ветки. Какие бамбуковые ветки, а? Взять такую прям тебе. Сильно нет, да. Камера не войти. Вон еще бамбук еще больше. Бамбук. Вот еще Настя. Сейчас маленький порожек у нас будет. Порожек, да. Да не. Сегодня третий день нашего отдыха. Блин, холодная вода какая. Ага. Мне всю жопу освежило быстро. Ай, блин. Это мы по джунглям плывем. Это мы приехали на водопад Таулан. Там все такие джунгли. Такой мостик. Там водопад. И делают вот так. Делают небольшой надрез, небольшой. Видите, уже начинает сочиться. Уже начинает сочиться сок. Он сейчас затвердеет. Можете помазать, если у кого-то есть ранки. Да, у меня вот мозоль. Такое вот, аж вот помажь. Это вот. Это неправильно. Вот так срезает. Конечно, сейчас она при солнечном свете затвердеет, превратится в каучук. Вот столько нормально? Ой. Да, чуть-чуть. Чуть-чуть. Мозоли прям ужасные. Щипит? Да. Давай, нет, кстати. Что-то преувеличил. Так, это мы сейчас на слоне катаемся. Вот, это остались у нас там слоники. Ой. Это попа слона. Ноги. Наш водитель. Ой. Слоника пока не видно, потом посмотрим. Ботанический сад. Он что? Кокос. Кокос. Ест кокос. Ест кокос? Да. Кокос. Стебель. Ест кокос он там. Ой! Это мы заходим в речку, катаемся на слоне. Вон тоже с ним, он сзади слон идет. Вот он заходит.
Эй! Кушает. На слоне. У нас такой здесь красивый пейзаж. Да, маленький слоник какой-то. Он в кустах. Солнышко вышло. Зайчик, держись, держись, держись. Ой! Что окей, там? Окей, окей. Нравится кататься на слоне? Да. Приехали на пляж Карен, ехали на мопеде. Пашенька, тебе понравилось на мопеде кататься? Ага, непривычно. Да, мы сначала испугались, но все хорошо. Обошлось. Здесь ехать всего 10 километров. Скажи, потому что я ехал аккуратно, вез как яйца. Да, меня вез как яйца, чтобы не уронить, ничто не случилось. Вот такой здесь красивый пляжик лазурный. Три года за рулем не сидел. Приехали мы вон оттуда, за вот тем бугром мы живем, в Патонге, а это Карен. Да, за бугром. Вот такие здесь волны красивые, большие. А в той стороне у нас ката, мы после обеда туда поедем распознавать все. Красиво здесь такие вот деревья. Хвойные мне не понравились. Вот, красивое хвойное деревце. Пальмочки. Это мы приехали на Катаной. Меня засними, да, да. Какой я уже... На нервах. Мы уже приехали... В третьем часу, поэтому солнышко ушло и не так все у нас сейчас будет ясно. Это наш мопед 110-й. Это стоянка для мопедов. Мы сейчас пойдем на Катаной. Рядышком там справа, я тебя уже сняла. Вот, а рядышком у нас справа есть просто Ката Бич. Ну, может быть, на обратном пути на него заедем. Мы пока что сегодня первый день осматриваем все пляжи поблизости. Вот были на Карене Бич. Ближайшие пляжи осмотрим, а потом будем, естественно, фотографироваться. Ну, вот Ката мне, кстати, нравится. Такой прям милый семейный отдых, я бы сказала. Такие отельчики прям приличные. Водопадик. Паш, пошли нам вот сюда. Там островок.
плавают кораблики. Речушка тут. Сейчас пойдем на пляжик. Такой прям небольшой, как частный пляж, можно сказать. Сейчас уже этого бирюзы уже нет, потому что уже на небе на стучке. Давай что-то снимай. Камушки вон там красивые. Я уже увидала. Можно будет попозже там пофоткаться. Хорошо, что солнца нет. Да, солнышко, хорошо, что сейчас уже нету, потому что мы очень сейчас на Карене обгорели. Вот он такой небольшой. Этот пляжик. Паша, сними меня. А? Пальцы там не показывай. Тебя не слышно, сюда подойди. Я говорю, это наши фруктики. Мы сегодня обедали фруктиками. Что бананчики, сейчас? Манго нам очень нравится, мандаринчики, там сладкий фрукт, не помню какой. А сейчас мы будем лежать, отдыхать. Вырубай. Какой-никакой, да. А это мы приедем сейчас на Биг Будду. Вон туда у нас дорога уходит на Биг Будду. Это плантация латексного дерева, из чего делают резину, у них матрасы здесь. Вот так вот собирают латекс. Ночью он стекает, а при дневных лучах он застывает и вот собирают потом латекс. Такая плантация красивая. Мы сейчас были на Кате в той стороне. Потом поедем на Хайрон Бич, он тоже у нас в той стороне. Вот. И потом поедем домой. Это наш обед. Мы приехали, добрались на Биг Будду. Здесь вот такой вид. Карам. Это вот кафешка, мы решили перекусить. Сейчас будем есть папайя, потом вот этот вкусный сладкий фрукт, не помню, как он называется, и манго. Вот он Биг Будда, который охраняет побережье Пхукета, смотрит, чтобы не было цунами, никаких наводнений. Какой-то воин у них здесь. А это вот штучка такая у них в буддизме существует. Если по ней бить, и она играет мелодию, значит, у тебя карма чиста. Если она у тебя не чиста, то нужно пойти к монаху, чтобы он тебе привязал веревочку на ручку, и будет твоя карма исчищаться. Исчистится она до конца, до тех пор, пока будет очищаться, пока веревочка не порвется. Тогда чисто будет, карма будет чистая. Есть такие сувенирчики.
Это мы все еще на Биг Будде. Это вот нашли другую смотровую площадку. Здесь вот очень красивые деревья. Вон там вот у нас маленькая Будда и большая Биг Будда. Уже к нам сидит она спиной. Здесь такая смотровая площадочка милая. Паш уже отдыхает. Вон вид у нас есть красивый на море. Джунгли, тропики. Сними меня. На видео, что ли? Да, снимай. Я снимаю. Давай. Вот, на фоне моря. Громче говори. На фоне моря меня. И там вон море. Здесь очень много всяких пляжек красивых. Да. Либо это Найхарон, либо это Ката. Мне кажется, что это Найхарон, потому что Ката у нас в той стороне. А еще мы уже ориентируемся хорошо. А еще вон что покажу. Меня шлепок жрать просит. О, видите? Потому что у меня шлепки, они более практичные для воды, а у Паши так просто для красоты. Купили фигню, бля. Почему? Они же красивые. Просто нельзя на пляж ходить. А еще вот эта смотровая площадка, а внизу там туалет. И вид прям в джунгли. Ну, у Паши есть там фотка красивая. Да. Кустики красивенькие. Вот там, джунгли. Я там засняла. Джунгли, джунгли, джунгли. Там пляжик. Засняла все. Ты вот это не сняла? Я снимала. Во. Я сняла. Дерево. Может, потом будет неинтересно смотреть одно и то же, по 150 раз кругов. Пойдем. Заяц. Красивый заяц. Обгоревший заяц. Самый лучший заяц. Напекшийся заяц. Поехали уже вот Чанг. Это мы приехали в храм Чаланг. Паша пока припарковывается. Местность. Дальше наша прогулка идет по храму Чаланг. Такие слоники красивые. Да. А вот еще здесь одна. Собачка улеглась. Поспать. И здесь тепло, да. И еще одна. Здесь они собачек очень любят. Кошек почему-то не любят. Считают то, что в кошек вселяется злой дух предков. А вот собачек они очень любят. Есть у них такая вот аллеечка.
Вот из этой турбины сейчас такие звуки доносили, что я думаю, война начнется. Это, видимо, у них национальный обряд возле храма. Пальмочки такие здесь красивые. А вот в эти штучки я смотрела, они тоже, это своеобразный обряд, что-то окунают, типа цветочков. Как вот, мне кажется, как наши свечки. Уже спокойно. Наверное, не самый главный тут храм. Там рыночки у них, аллейка тут такая. Домиков здесь нет. Угу. Крыши у них украшены. Домик какой-то. Еще один маленький храм. Паша, сними меня. Сними меня. Не надо переворачивать, Паша, потом ты будешь. Ладно. Погода сегодня нам прям не жарко, хорошо прям для экскурсии. Везло. Пойдем туда посмотрим, там красиво. Это храм. Посмотри, тоже с ними красиво. Буду сверху. Где? Деревце необычное. Бананы с косточками, кстати, говорю. Паша. Что, там видно косточки? Ну, не косточки, а то, что были раньше косточки. Ты сними, какие вон, смотри, у них сверху коронки. Опять бахают. Опять бахают. Опять бахают. Ты сейчас, когда рядом не стоишь, не так страшно. Когда рядом, то война начинается. Бум! А?
Ну и свиньи, а? Ну и свиньи. Уроды. Мы даже так не мусорим, мы с Европы привыкли. Да? Песик, ну-ка улыбнись. Эй, куда пошел, блин? Плохой песик. Плохой песик. Ну все, мы засняли все, теперь можно фоткаться. Собачка пьет. Беднежечку, жарко тебе, да? Иди погуляй. Охуенно. Дай. На видео снимаю. А, да, это у нас на равную площадку. Приехали на закат. Такой вид у нас здесь офигенный. Показываешь? Да я вон там люди стоят. Вон там еще островки. Слушай, а пошли прогуляемся на ту, смотри. Смотри, вон туда люди прогуливаются, там вообще офигенно, смотри, можно пофоткаться вон там. На ту тропинку. Вот видишь, люди там прямо туда идут. Прямо на ту точку пошли. Сейчас я здесь сниму. Я вон это снимаю там внизу. Волны. Пойдем. Зайчик, ну-ка, скажи, что. Сюда. Пойдем вот туда, вот там красивые волны. Почему? Вижу их. Видишь? Да, я снимаю. Пойдем туда прогуляемся, пока солнышко не село, потому что не видно вот там. Сейчас подожди. Это мы приехали на вечернюю Кату Бич. Здесь вот мотики. Там у них Кату Бич. Сейчас идет концерт. Thank you.
приехали на экскурсию в Хи-Пхи, остров Пам. Первый наш остров. Вышли с той стороны из катера. Такой вот здесь белый песочек. Лазурный берег. Паш, тебе нравится остров? Не нравится, да? А? Тебе не нравится остров? Здоровые ящерицы. Ящерица, помнишь, с крокодилом. Они в воде не водятся? Могут. Змеи тоже могут. И вообще тут от всего можно умереть. Так... А, пукнуть страшно. Зайчишка помочил. Помаши рукой. Забраться. А? Заказать. Давай сюда сейчас. Подожди, может, мне подарок себе купаться? Нет, я купалась. Ой, Паш, какая разница? Давай купайся.
Давай, делай. Что? Снорлинг. Паш! Блин, где он там? Такой красивый остров. Давай, давай. Make it me. Он поднял, поднял, ест. Где обезьянки? Мне дайте обезьянок. Вы же там мурашки под кожей. Это можно? Пожалуйста. Они плавают прям в воде. А, смотри, по воде поплыли. Дай кину. Да. А вот сейчас могу еще раз поплыть. Давай я у тебя сяду с водками. Плывет, плывет, бананом в губах. Подожди, не тряси. Сюда встань. Бананов не осталось давно. Нет. Ты давайте вперед, бананы. А, он уже нашел, смотри, хитрый. Остров Пипидон. О, смотри, на дерево сидит. Оу! Оу, на, лови! А, молодец какой! Ну-ка, дай-ка маленький. Эй, давай беги. О, побежал, побежал. Сердце чуть не грохнулся. Что ты там снимаешь? Он на сайте даже ленивый. Руку. Остров Пиньян. Вон туда мы ездили, на гору обезьян. Водочки тут здесь такие хорошенькие. Кушали мы здесь сейчас. Там у нас бассейн, где мы сейчас пофоткаемся. Почему пещера викингов? Здесь были обнаружены наскальные изображения парусных кораблей викингов. Историки подсчитали примерно 700 лет этим наскальным изображениям.
Есть предположение, что викинги открывали Америку и приплывали сюда, здесь также останавливались. Эту еще пещеру называют пещерой ласточек. А почему пещерой ласточек? Здесь собирают гнезда ласточек. Кто-нибудь слышал про это? Вот, потом из этих гнезд делают дорогой суп и дорогие деликатесы в Китае, в Корее, здесь, в Таиланде. Тарелка супа примерно стоит 800 долларов. Можно у нас в Пхукет-тауне поесть. Килограмм таких гнезд стоит 5-6 тысяч долларов. Вот, раньше сюда можно было туристу войти, но из-за того, что ласточка пугает вспышку фотоаппарата, запретили сейчас заходить. Вот, сейчас остановочка 5-10 минут. Не знаю, аккуратно, блин, я бы сейчас выпрыгнула. У меня шлепок просто, потому что, блин, запутался. Лагуна, где Ди Каприо прыгал в воду. Не факт, что там мама. Идите сюда, не стойте под ногами. Идите. Ну, на каком фоне тебя сфотографируют? Там даже подойти никуда нельзя. Я же плавать не умею. Да, я тоже не отсюда где-нибудь сосну. Где ты есть? Ну, если это ничего, чужие головы, что ли? О, божу, а? Галой, галой. Все, давай, иди. Заяц прыгает. Давай, заяц, прыгай. Где там заяц? Только заяц помаши. Довольно? Круто? Все, это у нас Паша сейчас будет в лагуну прыгать. Давай. Бухта Майя Бэй. Какие здесь джунгли. Потому что, чтобы тебя змея утащила. Такой папа добрый. Оля, посмотри на папу. Папа, Женя, папа я думала, она там фотографирует. Ты что, бля, не трогай, не трогай. Знаешь, что поможет? Мне всегда помогает, честно могу сказать, девочка. Даже косметологи. Не говори мне только... Ладно, я не могу. Это мы приехали на пляж Сурин на закат. Какой красивый у нас закат. Дельфинчики.
Сейчас взяли мы на рыночке, покушали, поужинали на закате. Рисом. Я поела рис жареный с креветками. Паша поел жареный рис с курицей. И фреш из манго попили. Мы их очень любим. Здесь такие всякие маленькие рыночки, где можно себе взять покушать. Пальмочки мои любимые. Папирс.